Всем привет, мы находимся в Анапе по улице Парковой, дом 60. 13-этажный монолитный кирпичный дом с индивидуальным газовым отоплением. В одной из квартир нас ждет хозяин, которому мы зададим несколько вопросов. В комплексе 814 квартир, люди делают ремонт, а мы поднимаемся на 11 этаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Владимир, добрый день. Добрый. Любовь, здравствуйте. У нас приобрели квартиру вы примерно неделю назад. Расскажите, откуда вы к нам приехали, почему купили именно здесь? Приехали мы из Кировской области, город Кирово-Чепецк, это примерно 20 километров от города Кирова. Город примерно такой же, как Анапа, ну, по населению. Небольшой. Приехали, ну почему? Потому что климат понравился, отдыхали здесь, по совету врачей, именно на зимний период, на лето мы будем уезжать. А не переживали, вот приехали в новый город, вы как одни приехали или нет, кто-то вам помогал? Нет, совершенно одни. Мы пенсионеры, нам бояться нечего. Совершенно свободно. То есть приехали из Кирова в Анапу и просто долго изучали? Ну, до этого мы, конечно, отдыхали здесь. В январе я приезжал этого года знакомиться, с предложениями, какие есть по покупкам. И уже когда поехали в сентябре, в конце сентября месяца, сюда отдохнуть за одним, решили все-таки приобрести. А еще такой важный вопрос. Вот мы купили квартиру, она была по переуступке. То есть договор долевого участия. Вы как не опасались такого момента, что квартира, дом готов, но он еще по факту права собственности не получено? Не переживали? Ну, небольшие опасения были, но подумав решил, что риски небольшие. Еще один вопрос. По поводу инвестирования вы интересовались на будущее, чтобы покупать на стадии котлована и на стадии готовности, чтобы, допустим, реализовывать квартиры или делать в них ремонт? Да, даже, может быть, на будущее, для дочери. Угу. Может быть, не как инвестиции, с целью перепродажи, то есть получения дохода, а как с целью чтобы подешевле купить на стадии котлована, да, на выходе получить квартиру. Да, то есть, если знаешь, застройщик хороший, то есть в сроки укладываться, если это реально, то почему не купить подешевле на стадии котлована и подождать там? Ну, год-полтора, обычно так. Два года. Смотря какой комплекс у нас бывает. От года до двух. Подождать, ничего страшного нет, но квартира будет значительно дешевле. Здесь чем хорошо, то есть нет большого наплыва отдыхающих, то есть улица спокойная. Таким, не быстрым, и не прогулочным шагом до центрального пляжа 23 минуты. А отопление, вот то, что сейчас еще пока не подключено, индивидуальное газовое, это не смущает вас или есть какие-то моменты? Понимаю, что новый дом самый... Только-только сдался в этом году. На плиточке? На плиточке. А на первое время помыться, что это проточное, воду нагревать, Проводка выдерживает, то есть кто боится, что это долго будет, он помыться есть, и плитка всегда выручит. То есть новостроек бояться не надо. Когда покупали дом, принципиальный был момент, что кирпичный дом, облицовка снаружи, или вентилируемый фасад, или караед, или не принципиально, главное? Нет, в принципе, это тоже самое, потому что смотрели, на Лермонтова дом, материал... Облицовочный материал дома не очень, да? Не очень понравился, панелями такие. А панели со временем есть такое, что они... Падают, ломаются. Да. Там балконы не застеклены. Спасибо большое за информацию. Не будем больше отвлекать. Были рады еще раз увидеться. Спасибо, всего доброго тогда вам. До свидания. Стройте больше и хорошо. Спасибо.